Жители Артемовского городского округа, особенно крупных населенных пунктов, часто жалуются на неприятный запах от оставшихся ненужными старых емкостей для сжиженного газа. Однако даже при их демонтаже возникают вопросы. Впрочем, это касается и других земляных работ, проводящихся в жилой зоне. Сейчас просадка грунта пройдет, яма, которая появится, она наверняка появится, после обильных дождей, я так понимаю, и мы это выровняем, и в планах у нас все надо. То есть выровняем, да? Планировку сделаем. При этом не будем забывать, что многие работы, которые связаны с перекапыванием территории, выполняет Артемовский жилкомстрой. Есть масса сетей подведомственных другим организациям, которые обязаны за собой убрать. Как уже было сказано, благоустроительные работы нельзя провести сразу же, нужно потерпеть. Однако терпению есть положенный срок. Уточняйте сразу, кто проводит работы у вас во дворе и когда их последствия будут устранены. Но вернемся к емкостям с остатками сжиженного газа. У нас сейчас в оперативном управлении одной базы нет. Все передано. То есть я продолжу, да, остальные базы находятся, как есть наверняка, это должна администрация заняться этой работой бесхозно, и часть баз она передана в МУП. Прогресс. То есть вот. Прежде чем писать заявление в прокуратуру, определите ответственную организацию или учреждение. У муниципальных коммунальщиков хватает своей работы, а любые предписания и судебные издержки лягут на общий бюджет округа, который и так трещит по швам.